ООН обратилась к странам Европы с призывом принять мигрантов, которые застряли на судах в открытом море. В частности, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев попросило Мальту позволить зайти в ее порты двум судам «Кэптен Морган». На их борту в общей сложности находится около 160 мигрантов. В основном это экономические мигранты из Бангладеш. Корабли дрейфуют в море около двух недель. Важно отметить, что 70% людей на этих судах не беженцы, но это не означает, что с ними нужно плохо обращаться. Конечно, у них вряд ли есть надежда получить легальный статус в Европе, поэтому нужно организовать для них быстрое возвращение в их родные страны. Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев сказал, что с судов поступает сообщение о том, что мигранты, похоже, начали голодовку с призывом доставить их на сушу. Ранее и Мальта, и Италия закрыли свои порты для судов с мигрантами, ссылаясь на карантин из-за коронавируса. Впрочем, несмотря на это, мигранты продолжают прибывать к берегам Европы. В ООН считает, что из-за пандемии экономическая ситуация североафриканских стран, особенно Ливии, усугубится еще больше, а это может привести к новому потоку нелегалов. При этом в ООН отмечает, что в последние месяцы берега Африки стало покидать еще больше людей. Их не пугает даже серьезная вспышка коронавируса в странах ЕС.